11 марта в МСЧ 135 состоялась торжественная церемония награждения медиков медалями святого благоверного великого князя Ростислава третьей степени. Их получили сотрудники больницы, которые с апреля прошлого года и по сей день работают в красной зоне. Епархиальными наградами были награждены 4 медика. Это врач-терапевт Лариса Шалатова, врач-физиотерапевт Ольга Попова, заведующая отделением паллиативной медицинской помощи Галина Калента и врач-инфекционист Ирина Криушева. Всех медиков от имени Русской Православной Церкви поблагодарил епископ Рославский и Десногорский Милетий. Я, конечно, не спорю с тем, что врачи герои, но они героями были всегда. И слава Богу, что вот сейчас у нас вот за этот год такое внимание все-таки обратили и стали об этом говорить. Ну, спасибо вам большое за все то, что вы делали, делаете и будете делать. Патриаршую награду получил начальник медико-санитарной части Алексей Азаренков. Год мы прожили в такой обстановке. Сейчас время, оно немного другое, но все-таки не намного, я бы сказал, проще. Поэтому пожелать всем терпения, здоровья и слова благодарности за молитвенное служение нашим священникам. Патриаршая благодарность – одна из самых высоких наград Русской Православной Церкви. Такие же медали в этом году получили медицинские работники по всей стране. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.